Всем привет! Сейчас я хочу вам рассказать об успокоительном дыхании. В успокоительном дыхании важны две вещи. Первое – это всегда замедление. И второе – выдох дольше, чем вдох. Успокоительное дыхание лучше всего делать на ночь, особенно если у вас есть проблемы со сном. Или если вы хотите успокоиться и замедлиться. При успокоительном дыхании замедляется пульс. Итак, давайте сделаем сейчас практику. Будем делать вздох на 1, 2, 3, 4 и выдох на 8 счетов. Итак, давайте делаем вдох. 1, 2, 3, 4. Выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вдох. 1, 2, 3, 4. Выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вдох. 1, 2, 3, 4. Выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили. Делайте это упражнение, начиная от 2 минут и доводите до 20. Первые 2 недели вы делаете 2 минуты каждый день, следующие 2 недели 3 минуты. И так прибавляйте по 1 минуте в неделю или в 2 недели. До новых встреч!